Его называли «Черная смерть». Каким был легендарный снайпер Тулиугали Абдыбеков? Казахский снайпер Тулиугали Абдыбеков, слава о котором гремела по всесоюзному радио на всех фронтах Великой Отечественной, оказался незаслуженно забыт в наши дни. Еще недавно имя Тулиугали Абдыбекова ничего не говорило казахстанцам. Но благодаря книге «Берег Абдыгалиулы» забытый герой его история стала бессмертной. метки глаз и крепкие руки. Тулиугали Абдыбеков родился в сентябре 1916 года в семье Абдыбека Насархана на территории нынешней восточно-казахстанской области. Меткой стрелять его научил отец. Мальчик увлекался охотой его трофеи поражали даже бывалых охотников. В 1932 году по приглашению родственников Тулеугали переехал в Южный Казахстан, в совхоз Пахтарал, где работал хлопководом. Отсюда он был призван в ряды Красной армии и служил в Хабаровском крае. После окончания службы Тулеугали вернулся на родину, занялся хлопководством и возглавил бригаду. Женился на красавице Найсенкуль. У них родились двое детей. Но они умерли в раннем возрасте. Пара мечтала о детях. Но тут грянула война. Вместе с группой новобранцев то ли в мае 1942 года с юга Казахстана прибыл на Калининский фронт. Снайпер Панфиловец, о котором писали в газетах. За неполных два года, с 14 мая 1942 по 21 февраля 1944 госнайпер Стрелковый рот Угали Абдыбеков лично уничтожил из своей снайперской винтовки 397 фашистов. Талиугали был не только метким стрелком но и хорошим учителем. Он организовал снайперское движение в своем полку и обучил 32 снайпера. Красноармейская газета 8-й гвардейской стрелковой дивизии за родину 18 сентября 1942 года писала, Сейчас на боевом счету снайпера Абдыбекова 102 истребленных гитлеровских ублюдка которые никогда больше не будут распространять зловоние на нашей земле. Пока видят мои глаза и руки крепко держат винтовку, не будет жить я фашистом, говорит снайпер. В передовой статье газеты от 2 октября 1942 года слава отважным снайперам посвященный слету снайперов писали. Наш славный снайпер Абдыбеков рапортует слету что всего несколько часов тому назад он на смерть уложил 125-го фашиста. В кратком отчете военных действий 8-й гвардейской стрелковой дивизии за 1942 год отмечалось, что ко второму следу снайпера в дивизии в декабре 1942 года старшим сержантом Аддыбековым было истреблено уже 219 фашистов. Слава о знаменитом стрелке Толе Угале разнеслась по всему фронту, о его боевых заслугах в канун нового, 1943 года, была организована передача по всесоюзному радио. Эту передачу с большим восторгом слушали его родные, друзья и товарищи из совхоза Пахтарал. Директор совхоза и Гресс от имени рабочих и служащих написал письмо на фронт. Оно было опубликовано в дивизионной газете. Здравствуйте! Дорогой наш герой! Товарищ Абдыбеков, передаю вам привет от всего коллектива рабочих и служащих совхоза. О ваших подвигах знает вся страна. О ваших героических делах мы слушали радиопередачу из Москвы. Мы гордимся вами. Наш славный земляк говорилось в тексте письма. Снайперская дуэль. Тули Угали погиб 23 февраля 1944 года. В день советской армии он был сражен в снайперской дуэли. В тот день Абдебеклу не здоровилось, но вместо того, чтобы лечиться, он ушел в поле. Пуля попала ему в шею, но ответным выстрелом он убил врага на повал. Исполнив свой долг, Тулеугалий умер в госпитале и был похоронен на северо-восточной станции на Своново-Сокольнического района Калининской области. Ружье легендарного снайпера передали его ученику Аширале Османолеву, который к концу войны ликвидировал 129 фашистов. Безвестный герой, почему Тулеугалий акдыбеков был посмертно был представлен к званию Героя Советского Союза но награжден лишь орденом Отечественной войны и степени. Наградной лист на имя Тулиуга Лябдыбекова. Возможно, причиной непредоставления звания героя стал тот факт, что в своей анкете Тулиуга Лябдыбеков честно написал, что его дядя Кемельбай был репрессирован. В 1944 году в день празднования трехлетия 8-й гвардейской дивизии, командование послало в Казахстан делегацию с рапортом о боевых подвигах дивизии. Вместе с делегацией была отправлена и винтовка номер 2916 с боевым паспортом. Она до сих пор хранится в Центральном государственном музее Республики Казахстан. Нужно давать народного героя. Халы Арманы. На презентации книги «Забытые герои» корреспондент «Спутник Казахстан» встретился с родственницей Талиугали Абдыбекова и Гульки Амелбаевой. Она – племянница Талиугали Абдыбекова, писательница, прозаик и журналист. Мой дед байна Сарханов был репрессирован в 1937 году, Гали Абдыбеков приходится ему родным племянником. Он должен был стать трижды героем Советского Союза, но не стал, потому что в анкете было указано, что его родной дядя Кемел Бай был репрессирован, рассказала Айгуль Кемелбаева. Она призналась, что много лет не только казахстанцы, но и родственники почти ничего не знали о нем и его подвигах. Мой отец в два года остался круглым сиротой. Родственников по отцовской линии мы мало знали. Сетует Кемьялбаева. Отыскать информацию о своих предках ей удалось лишь на 60-летие Победы, в 2005 году. Я нашла его по статье «Историк» от Лео Кульбаева, там были указаны имена моих предков. Я не думала, что Талиугали настолько близкий мне родственник. Затем удалось получить данные из военного архива. Мой дядя убил лично 397 человек, я думаю, это тяжело, убить столько людей. Но у него не было выбора, это была война, рассказывает Айгуль Кемел Племянница легендарного снайпера признается, что хотела бы написать сценарий для фильма на основе поразительной истории Талиугаля Абдыбекова. А еще нужно увековечить память Талиугали званием Халы Арманы, народный герой минус высшая госнаграда Казахстана, считает Кемел Байва, ведь он так много сделал для родины.